5 миллионов российских студентов отмечают сегодня Татьянин день. Именно эта святая считается покровительницей учащихся. История праздника насчитывает более 2,5 веков. С того момента, как императрица Елизавета подписала указ о создании старейшего образовательного учреждения страны – Московского университета. Сегодня там ждут в гости президента и мэра Москвы, который сначала приехал в Высшую школу экономики. Сергей Собянин посетил университетскую выставку технических разработок и прочитал учащимся лекцию на тему «Современное управление городом». И, конечно же, начал мэр с поздравления. Сергей Собянин пожелал молодым людям успехов в их начинаниях и будущих профессиях. Для Москвы это действительно праздник. Почти каждый 10-й житель – это студент. Один из самых студенческих городов и России, и мира. Москва дает возможность не только получить хорошее образование, но и открывает перед студентами Москвы огромные возможности по выбору профессий, специальностей и, собственно, вашей судьбы. Мы стараемся делать все, чтобы наш город был привлекателен для вас, интересен и полезен. В столице сегодня для студентов будут бесплатно работать катки, прокат лыж и зимних велосипедов. Даже городской зоопарк впервые подготовил развлекательные мероприятия. В МГУ учащихся ждет традиционная медовуха, которую будет развивать сам ректор Виктор Садовнич. Самые массовые гуляния по поводу главного студенческого праздника по традиции проходят в МГУ, для которого 25 января еще и дата основания вуза. Указ об учреждении первого в стране университета императрица Елизавета Петровна подписала 262 года назад. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Утром в церкви святой Татьяны на Большой Никитской прошла праздничная служба, на которой вместе со студентами, преподавателями и выпускниками был ректор университета Виктор Садовничий. По случаю праздника в Москве студентов будут бесплатно пускать на катки, а всем студенткам по имени Татьяна бесплатно сделают прическу и макияж в парке Горького.